Все, как я и говорил, короче, они начинают постепенно размножаться. Уже сегодня сказали, что кусаются. Их становится прям очень много. Блин, прям так не хочется всего этого. Посмотрите, сколько их сидит уже. Просто уже все кусты облепили. Получается, что уже девушка говорит, нападают и на пляжах. Интересно, сколько это будет у нас продлиться, да? То есть, если в прошлом году мы вообще не знали, куда от них деться, как будет интересно сейчас. На всех кустах, то есть везде очень-очень-очень много больших коровок. У меня, по-честному, еще ни одна не укусила. То есть, если кого-то кусали, обязательно пишите в комментариях. То есть, это чуть ли у нас каждый год явление такое будет, что нападают больше коровки на нас. Просто прям печальки, грустно сказать, а почему вообще в благе находимся. Здесь вот точно такая же картина. Чуть отравить больше коровок надо, тендер.